В общественной палате Карачаево-Черкесии прошел круглый стол на тему вакцинация и диспансеризация населения республики как самый важный фактор снижения заболеваемости вирусной инфекцией COVID-19. В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители Минздрава, Роспотребнадзора и Мурат Джанкезов. В Карачаево-Черкесии ситуация с коронавирусной инфекцией не критична, но необходимо провести меры профилактики и предотвращения распространения инфекции. И в первую очередь речь идет о вакцинации. В рамках нашего круглого стола проанализируем работу, которая уже была проведена по вопросу вакцинации. Может быть, кто-то выскажет какие-то предложения для дальнейшей какой-то стратегии именно по вакцинации среди населения. Кто-то уже какую-то вот общественную организацию проделывали огромную работу. Лидеры общественного мнения, призывая людей вакцинироваться. С вашей стороны, может, есть какие-то предложения, что-то, может быть, мы проработаем среди своих интернет-ресурсов с призывом к вакцинации. Были подняты вопросы касательно тактики организации информационно-разъяснительной работы среди населения. Просветительская работа, которая должна у нас происходить, мы понимаем, очень на низком уровне. Потому что, встречаясь с общественностью, мы видим, что такое впечатление, что мы живем не в 21 веке, а немножко ушли в 19 век, когда мы ходили, я имею в виду в 19 веке, к бабушкам-знахаркам и получали информацию от них. Так поэтому у нас в сети интернет сейчас кто только не высказывается на эту тему. И очень часто люди, которые к медицине вообще никакого отношения не имеют. В целом позиция участников однозначна. Необходимо провести вакцинацию на должном уровне и в приоритете безусловное соблюдение рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора. До того, как вакцинироваться, я переболел месяцев 10 назад. Ну и вся семья переболела. И до того, как вакцинироваться, ну, каждые 2 месяца вот это антитела и так далее. Угу. Вот лично я сам себе вот лежу, допустим, вечером. Делать, не делать, нервы играют. А вот месяц назад количество антител тоже начало понижаться. Я с врачами посоветовался и сделал себе эту вакцинацию. Уж что-что, по крайней мере, вот эти нервные стрессы прошли сразу. Карачаево-Черкесия входит в первую десятку российских регионов, где выполнение ПЦР-тестов находится на очень высоком уровне. Если в среднем по стране требуемый уровень 200 тестов на 100 тысяч населения, то в республике делают их в 2 раза больше. Однако, несмотря на предпринимаемые комплексные меры, мы еще не достигли стабильных показателей коллективного иммунитета. Если в среднем по России уже 60 уровень достигнут, мы еще 54 только достигли. От нашего плана. Наш план 288 тысяч 209 человек. Мы сделали на сегодняшнее утро 158 тысяч 116. И мы не можем достигнуть коллективного иммунитета, чтобы вот приостановить распространение новой коронавирусной инфекции. Итогом обсуждения стало решение о более тесном взаимодействии государственных органов, организаций общественников и активных граждан в вопросах информирования людей о вакцинации. Мурат Джанкезов, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия.